целях создания торгового коридора Алматы-Бишкек в Новопокровском Айлы-Кметы Сакатинского района рассматривается вопрос строительства оптового сельскохозяйственного рынка. Для крупного проекта, который будет финансироваться Азиатским банком развития, из территории будет выделено около 40 гектаров земли. Наша основная цель – это чтобы наша продукция была востребована не только в нашей стране, но и за ее пределами. А для этого нужно, чтобы наш продукт отвечал на мировые требования. А реализация этих проектов – это отличная возможность. Поэтому мы должны работать в этом направлении усиленно и учесть все пожелания наших фермеров и производителей. Продукция, которая выращивается в районе, а затем из этих 10 мы... В ходе встречи с фермерами была предоставлена подробная информация по проекту. Были затронуты вопросы о влиянии строительства рынка в регионе на сельское хозяйство. Реализация данного проекта позволит экспортировать сельскохозяйственную продукцию, произведенную в Чуйской области. Наши фермеры должны учиться не только выращивать продукцию, но и правильно его оформлять. Должна быть хорошая упаковка и маркировка. Мы должны понимать, потенциал экспорта огромный. И самое главное – это качество продукта. В настоящее время крупный проект, который будет реализовываться в городе Токмок и Сакатинском районе, находится на начальной стадии. Также места для строительства уже установлены. Теперь же технико-экономический эффект проекта посчитан, и в следующем году планируется начать строительные работы. К слову, Азиатский банк развития планирует реализовать подобные проекты не только в Чуйской области, но и в Иссык-Кульской, Ошской, Джалабадских областях. На сегодняшний день, к сожалению, на том участке никак не используется. Архат Батырбеков, Жанбек Эгембердиев, СТВ, Чуйская область.